Привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я буду распаковывать посылки. Давайте уже начнем. Открываем посылочку. Видим кольцо. Попробуй лучше порезать. А, стоп, вот оно. Открывай. Это вот такое кольцо бегемот серебряного цвета. Он держит рот открытым. Типа делает колечко упражнение. Худеет. Во. Необычный бегемот. У него глаза стразы. Черные. Рот у него открыт. И у него там зубы. Вот такое вот колечко бегемотик. Оно очень милое. Открываем следующую посылку. Желтого цвета. О, еще одно колечко. Вот такое вот колечко ожерелья с стразами белыми. Такое кольцо уже у меня было, поэтому подробнее рассказывать не буду. Вот такое вот красивое золотое колечко. Ну, открываем следующую посылочку. Ой, там что-то интересное. Это красный бантик, можно одевать на праздники, на вечеринки всякие. Это вот так. Сейчас посмотрю. Вот так застегивается. Застегнула вот такой вот красивый красный или алого цвета бантик. Ну, открываем следующую посылочку. О, прям ждет своей очереди. Это сережки коты, чтобы не потерять бы сережки. Я одну сережку покажу, а то я боюсь потерять. Все-таки на улице же снимаю. Вот, вот такая вот сережка. Глазки розовые стразы, золотого цвета, очень милый котик. У меня есть, кстати, у меня есть такое же кольцо, котик, можете сделать комплект. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь море интересных видео. Всем пока!
Был рыжим лес еще вчера, а дождик коребило. Сегодня в искрах серебро.